Вітаю, шановні телеглядачі! Ця програма буде присвячена виборам і соціології. У мене в гостях депутат Одеської міськради Олександр Шеремет. Олександр, радий бачити вас знову в нашій студії. Здравствуйте. Вибори в Україні багато розмов ведуть про їх історичне значення. Чому, на вашу думку, вони настільки важливі? Ну, любые выборы, выборы президента, Верховную Раду и городской совет на местном уровне, они имеют определенное значение, зачастую сакральные, но и говорят о том, что следующие выборы или после выборов жизнь изменится, это какая-то надежда на хорошее будущее, на светлое будущее, на безопасное будущее, на свободное будущее, на будущее с минимальными потерями, сложностями. Поэтому я считаю, что каждый раз, когда мы стоим перед избирательной корзиной и кидаем или отмечаем того или иного кандидата, мы надеемся, что вот придет именно тот, ну, мессия, это громко сказано, человек, который сможет изменить нашу жизнь к лучшему. Поэтому говорить о том, что выборы какие-то были исторические, какие-то нет, мы каждый раз надеемся на то, что завтра будет лучше. И как раз выборы — это тот Рубикон, который является стартом для новой жизни. Как в Новый год мы встречаем, поднимаем бокал шампанского, мы себе говорим о том, что вот начался Новый год, новые надежды, и выборы тоже являются такой стартовой площадкой для политической жизни в том числе. На вашу думку, что має змінитися после этих выборов? Ну, вы знаете, я считаю, что самые большие изменения у нас произошли уже в 2014 году. Мы поменяли абсолютно курс интеграции, слияния с Европейским Союзом. Мы находимся на начальной стадии, на начальном этапе. Но, по крайней мере, у нас уже меняется менталитет, сознание. Мы начали думать по-другому, мы начали воспринимать по-другому. Мы уходим от того советского сознания, несмотря на то, что и в советском прошлом тоже есть определенные плюсы, есть определенные преимущества. Там было много вещей, о которых до сих пор ностальгируют люди старшего поколения. Я в том числе как сын военного, когда мы жили в военных городках, и были достаточно сложные условия, но были определенные вещи, которые давали нам надежду на то, что завтра будет не хуже, завтра будет стабильно так, как сегодня. А сегодняшняя политическая конъюнктура, она складывается таким образом, что мы не знаем, что будет завтра. Поэтому хочу вернуться к своему тезису, что с 2014 года мы приняли совершенно другой курс. И я надеюсь на то, что мы пойдем в хорошем смысле слова по европейской дороге. И мы будем обретать все больше и больше свободы. Вопрос демократии не будет уже стоять так остро на повестке дня, свободы слова, как и в том числе для журналистов. Поэтому я считаю, что это период, это эпоха, когда мы имеем свободу действий. А як ви відноситесь до роботи соціолога в Україні? Ну, вообще я к социологии отношусь скептически. Почему? Потому что вообще прогноз — это дело неблагодарное. Прогнозировать, вот, и наверное, ну, начнем с того, что социология — это довольно древняя наука. Наука, которая занимается изучением общества, общественных, вообще, ну, это наука, которая занимается изучением общественной жизни. Вот, скорее всего, так я сформулировал по-своему. И, естественно, опирается на какие-то данные, в том числе и статистические. И зачастую эти данные очень сильно искажают реальную картину мира. Вообще социология, она является мерилом, градусником, назовем это так, инструментом, который позволяет понять нам настроение в обществе. К сожалению, сегодня вообще наука социологии, она немного дискредитирована на фоне всех политических движений, которые сегодня происходят, особенно накануне выборов. Поэтому если говорить о социологии как о науке, которая изучает коммерческую жизнь, например, вот я в бизнесе сталкиваюсь и обращаюсь с социологией, которая основана на изучениях того или иного рынка сбыта. И я обращаюсь, допустим, к такой компании, как Евромонитор, и это социология, которая объективно дает мне понимание той картины, которая есть на том или ином рынке. И уже отталкиваясь от тех данных, которые мне дает социологическая компания,
Я строю стратегию, изменяю курс движения работы в бизнесе. То есть для меня это один из инструментов, который дает мне возможность выработать оптимальное расходование своих ресурсов. То есть я оптимизирую свою работу. Если говорить сегодня о социологии, которая заключена, находится в рамках политических реалий, она носит совершенно другой характер. Это как инструмент манипуляции. Бывает такое, что зачастую это инструмент манипуляции. Поэтому если мы там, хотите, мы больше поговорим об этом, но довольно сложная наука, и сегодня она приобретает, особенно в преддверии выборов очередных, совершенно другой окрас. Чи вважаєте ви, що соціологічне опитування підштовхує виборця голосувати за потенційного лідера гонки? Ну, наверное, все-таки буду продолжать ту мысль, которую начал. Да, это так. В продолжении своего тезиса, что социология политическая, она зачастую используется для навязывания мнения. Кто-то говорит для того, чтобы зомбировать, кто-то говорит для того, чтобы манипулировать мнение, особенно те, кто не определился со своим кандидатом, а таких порядка 25-30%. Зачастую это инструмент для того, чтобы сделать выбор, дать возможность выбрать между двумя лидерами гонки. И это инструмент, который позволяет или подтолкнуть избирателя для того, чтобы он поддержал того или иного кандидата, или же наоборот оттолкнуть его, то есть того кандидата, который имеет антирейтинг. Поэтому это достаточно интересный инструмент, который накануне выборов является одним из инструментов, может быть, это грубо будет сказано, грязных технологий. И зачастую мы видим, что кандидаты используют такой инструмент, как социология. И мы видим, что на бордах часто бывает, что кандидат опирается на какую-то социологию. Есть такое интересное выражение, что в споре двух человек, если у одного человека не хватает аргументов, он может опереться на статистику, на социологию, и 94% из 100 человек начинает верить твоим доводам. Тобто, на вашу думку, соціологічні дослідження сьогодні, ну, м'яко говоря, не відповідають дійсності. Що з цим робити? Ну, смотрите, если мы говорим о каких-то серьезных институтах социологии, такой, допустим, есть институт, международный институт, Киевский международный институт социологии, он достаточно авторитетный, он проявил себя, это институт, который имеет историю, институт, который не работает на заказ определенных политсил. Это цифры, на которые можно опираться, и действительно они отражают реальную картину происходящего сегодня на политическом поприще в том числе. А есть компании, структуры частные, которые образуются или появляются накануне выборов, и они вот такую используют грязную технологию и занимаются тем, что просто накручивают, наращивают, придумывают рейтинг того или иного кандидата. И вот как раз есть такое тоже выражение интересное, что статистика или социология — наука точная, сколько заплатишь, столько и получишь. Это как раз относится к таким компаниям, которые однодевкам или там на период предвыборной кампании, которые появляются для того, чтобы раздуть рейтинг кандидата, у которого его абсолютно нет. Ну, цих компаній накануні виборів дуже багато. Тобто, і наскільки це от відповідає законодавству, скажімо так? Як с этим вообще бороться? Ну, смотрите, вообще есть такой проект в Минюсте о том, чтобы ввести определенные ограничения по таким компаниям, которые ведут статистику. Но как отличить, где компания, которая ведет действительно статистику, а где работает на заказ? Поэтому очень сложно сегодня определить, какая компания является компанией, которая объективно отражает ситуацию, а где нет. Поэтому я считаю, что для того, чтобы не запутать сегодня избирателя, человека, который далек от политики, необходимо, по крайней мере, опираться на несколько источников информации, которые дают картину происходящего в политическом мире. Поэтому необходимо не только
опираться на какие-то красивые ролики, которые искусно сделаны, смонтированы. Необходимо вовлекаться, быть вовлеченным в этом процесс хотя бы на какое-то время. То есть должно быть такое чувство аналитики или возможность проанализировать происходящую ситуацию относительно того или иного кандидата, к которому есть симпатия. Посмотреть, какая предвыборная кампания у этого кандидата есть. Если этот кандидат повторно баллотируется, посмотреть, какой бэкграунд у этого кандидата и что он сделал за предыдущий период, какие реальные дела, какие законопроекты он поддерживал и какая репутация у этого человека. Почитать аналитику из разных источников. То есть все эти красивые картинки, которые на сегодняшний день есть, нам вещают с телеэкранов или определенные интернет-издания, которые заангажированы теми или иными политическими силами. Я считаю, что как раз на это нужно не обращать внимания и оставлять их за скобками. Чи використовуєте ви соціологічні дослідження у своїй діяльності? Никогда не использовал. Никогда. Самые лучшие социологические исследования для меня как депутата городского совета — это общение, непосредственное общение с моими избирателями. У меня их не так много, 15 тысяч человек, поэтому часть из них крайне активные. И те люди, которые приходят на прием, мы говорим не только о насущных проблемах, которые у нас в моем округе, в городе происходят, а мы говорим еще о каких-то вещах, которые могут сформировать у меня видение о том, что нужно людям, какие запросы, какие потребности у этих людей. То есть, грубо говоря, от прикладной проблематики по крышам, асфальту, освещению, канализации, социалке и так далее, мы переходим к вопросам завтрашнего дня. То есть меня интересует, что люди беспокоят, какие проблемы существуют. Зачастую бывает такое, что общаемся на какие-то личные темы, кто-то рассказывает о том, что происходит в семье, и такое бывает. Поэтому очень важно получать не просто сухие цифры, которые зачастую бывают очень искажены, а понимать действительно настроение людей. Опитування на своєму виборчому окрузі ви не проводите. Тобто, ну, це важливо і з другої точки зору, якщо що важливо, да, що безпокоє в даному случаї мешканців і так далі. Да? Може, якось стоїть долучати соціологічне дослідження? Ну, в рамках городського совету одного избирательного округа точно я считаю, що мені нет нужди в этом, тому що я очень многих людей за 8 лет на своем округе знаю. Мне достаточно проводить свою такую внутреннюю статистику. Если из 10 человек, которые приходят на прием, созваниваясь, переписываемся, они высказывают, большая из них часть высказывают свое недовольство, для меня это самые основные показатели статистики и социологии, которые есть. Если же я вижу, что все хорошо, более-менее нужно подкорректировать, значит, тогда мы идем правильным путем. Вообще, ну, для того, чтобы провести правильную социологию, а она очень взаимодействует, очень тесно связана со статистикой, необходимо иметь правильные статистические данные. То есть это возраст, пол, различные другие факторы, которые могут в дальнейшем дать возможность проанализировать и спрогнозировать те действия, в данном случае политика, которые он должен предпринять. А если говорить о статистике, последний раз перепись населения мы проводили в 2001 году в Украине. Это очень давно. И сегодня мы оперируем какими-то приблизительными цифрами. Говорим о том, что население Украины составляет порядка 42 миллионов человек, а было 51 до 2008 года, приблизительные цифры. Да? То по факту у нас сегодня проживает в Украине порядка 25-30 миллионов человек. То есть очень серьезный разброс, разрыв в статистических данных. И вот как раз тот зазор, так назовем его, в статистических данных дает возможность манипулировать в дальнейшем накануне избирательной кампании или при подсчете голосов, или при получении информации от экзит-пола. То есть этот как раз люфт позволяет использовать грязные технологии для того, чтобы происходили вбросы и другие технологии, которые позволяют вытащить того или иного кандидата на политическую поверхность, на политический олимп. Поэтому для того, чтобы социология была правильной, необходимо сначала навести порядок со статистикой, в данном случае в рамках всей Украины. Як ви ставитеся до можливої заборони оприлюднення результатів соціологічних досліджень в ЗМІ?
Категорично нет. Я считаю, что этого не должно быть. Это накануне выборов, это еще раз мы третий или пятый раз уже говорим сегодня, это как раз грязная технология, это возможность додавить людей к принятию того или иного решения. Тобто поэтому вы за заборону? Да, за запрет как раз накануне выборов, я считаю, что это как раз паразитирование на избирательных бюджетах. То есть это люди, которые или компании, которые работают по заказу того или иного кандидата. Поэтому это, знаете, как один из инструментов продвижения того или иного кандидата, как, например, раздача рекламной продукции, ролики на телевидении. Поэтому как раз статистика — это один из важных инструментов, социология — один из важных инструментов продвижения кандидата. Поэтому я категорически против того, чтобы как раз накануне выборов проводили какую-то социологию, по крайней мере, обнародовали социологию. Ее можно проводить, но использовать ее для своих для своих целей, для разработки стратегических и тактических планов. Це, я так розумію, потрібно робити за рік до виборів. Це да? можна робити постійно, але це не має бути інструментом зомбування людей. Ну, за рік можна видати ці дані і все. Тобто, потім тільки після виборів. Ні, ну і, допустим, якщо передвиборна кампанія у нас стартує там, за 3 місяці, значить там останні опросы, которые можно опубликовать, их можно опубликовать за 3 месяца. Допустим, я бы, если бы принимал, то принимал закон именно в таким порядком. Это не дуже маленький срок до выборов. То есть, по сути, уже предвыборная кампания у нас стартует за півроку десь. Ну, хорошо, пусть будет полгода, но еще раз говорю, 3 месяца — это уже слишком. Ближайшие 3 месяца до выборов. Хотя это не самое страшное, на самом деле, статистика, и ни в коем случае нельзя нивелировать роль людей, которые занимаются социологией. Это достаточно серьезная, важная наука в нашей жизни, и просто мы ее пытаемся дискредитировать, мы это политики, политикум, вот такими вещами, как происходит у нас сегодня на политическом поприще. А вообще эта статистика правильная, она нужна для того, чтобы понимать основные настроения нашего населения. Якою ви бачите Україну перед виборами 2024 року? Ну, такой вопрос очень сложный, прям хотите завалить. Я вообще сторонник, конечно, того, чтобы строить и бюджеты вот в своем бизнесе, и планы на долгосрочные, для того, чтобы понимать, куда двигается компания. А в данном случае, если я как политик, я должен понимать, куда движется страна. И, конечно же, я хочу, чтобы страна была демократическая, для того, чтобы у нас было такое понятие, как свобода слова. Очень важно для того, чтобы были высокие экономические показатели, потому что они стоят в основе любой политики. И если же экономика страны, благосостояние страны, благосостояние каждого человека будет на высоте, на должном уровне, если социальная защита будет на соответствующем уровне, то тогда, в принципе, нам не надо будет там сильно беспокоиться о том, кого из политиков выбирать, не выбирать. То есть, если курс страны политически задан правильно, то тогда, конечно, и будет сбалансированная экономика. Поэтому, конечно же, я хотел бы, чтобы после 20-х годов Украина была экономически стабильная, развитая. И самое главное, конечно, чтобы в нашей стране никогда не было войны, и не только после 2020 года, а в ближайшее время я хотел бы, чтобы вопросы с войной были закрыты, потому что это очень серьезный фактор, который сегодня тянет как экономику, так, к сожалению, и делает разброд и шатание в политике. Поэтому хотелось бы, конечно, мира. На вашу думку, какие реформы необходимо провести в країни зараз? От вибори пройдуть, і от що вам потрібно почати? Ну, от що касається мене, в першу чергу, як депутата міського совету, звісно ж, реформа децентралізації, вона повинна бути закінчена в 2022 році. И я считаю, что это одна из успешных реформ, которая на сегодняшний день дает возможность одесситам, городской власти, которая должна управлять правильно, управлять бюджетом
одесситов, потому что бюджет города Одессы — это не деньги откуда-то из тумбочки, да, чиновников. Это как городские деньги, это деньги людей. Поэтому мы должны правильно, оперативно управлять деньгами людей. Мы должны принимать такие решения, которые смогут облегчить жизнь одесситов. Что касается на национальном уровне, конечно же, есть такие вопросы, как вопросы здравоохранения. Я считаю, что они только запущены, и они очень сырые, и необходимо отрабатывать эти вопросы, потому что вопросы здоровья любого человека в Украине, ну, они являются приоритетными. Вопросы безопасности — это вопросы реформ в МВД и вопросы внешней политики. Но внешняя политика, конечно же, это прерогатива самого президента. Это основная его задача, чтобы обеспечить защиту страны, защиту державы. А реформы, которые еще бы хотел, конечно, увидеть в нашей стране, это реформы, которые позволят ослабить давление, фискальное давление в том числе, на бизнес, средний бизнес, средний и малый бизнес, который является основным движителем экономики нашей страны. Потому что основные бюджетообразующие предприятия являются как раз это средний и малый бизнес. Те монстры, которые на сегодняшний день кичатся тем, что они делают большие объемы валового продукта, большую часть валового продукта в Украине, они как раз работают на офшоры, поэтому было бы неплохо, чтобы все-таки произошло дерегулирование в части развития малого и среднего бизнеса. Ну, что еще мог бы сказать? Какие еще реформы? Наверное, все-таки... Ну, це так, навскидку. Основні реформи, які, на вашу думку, основна реформа, конечно же, тоже во главе угла стоит, это вопросы социальной защиты населения. Почему? Потому что тот уровень заработных плат, который у нас есть, мы не говорим о 2022 году, мы говорим о том, что люди сегодня не имеют возможности с теми минимальными заработными платами, пенсиями обеспечить минимальный уровень нормальной жизни. Поэтому необходимо выстроить пока на первом этапе систему помощи населению таким образом, чтобы они не нуждались в том, чтобы завтра заглядывать в пустой карман и не нуждались в какой-то помощи извне. Поэтому очень важно, чтобы к 2022 году мы пришли с возможностью такой, чтобы население Украины не ждало помощи от государства. Что ж, дякую. Дякую за интересную беседу, за то, что пришли до нас. Нагадую, в гостях у меня был депутат Одеської міської ради Олександр Шеремет. Ми з вами прощаємося. Оставайтеся на медіаінформ і до зустрічі.